Ну что, друзья, это наш новый выпуск на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром в российском шоу-бизнесе появился слух о том, что уже несколько дней в московской больнице номер 25 в тяжелом состоянии находится известная советская российская актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина. Действительно ли это все правда, друзья, либо это фейки интернета, мы пока не знаем. Сейчас мы опрашиваем ее коллег, которые сообщают, что пока ничего об этом не слышали, родственники пока на связь не выходят. Что же произошло на самом деле с Лидией Федосеевой-Шукшиной, очень интересно, друзья. Завтра рано утром на нашем канале мы постараемся рассказать вам подробности этой трагедии. Спасибо за то, что вы нас смотрите, друзья. Спасибо за то, что делаете активность на нашем YouTube-канале. Берегите себя, своих родных и близких. Смотрите наши новости и не переключайтесь.